Здравствуйте, друзья! Сегодня пришел в лес, хочу попробовать пометать вот эти ножи от русского дартса. Вот такие вот ножики метательные. Вот так при ближайшем рассмотрении выглядят ножи. Они не заточены. Три штуки в комплекте. Сразу хочу пояснить, что ни разу в жизни я ножи не метал. Поэтому не знаю еще, что из этого получится. В нашем лесу много сухостойных деревьев, берез в частности. То есть они уже давно умерли, но продолжают стоять. На них я и буду испытывать эти ножи от русского дартса. Поехали! Как-то так. Хорошие ножи. Вот они.
Ну что ж, друзья, я покидал вот эти ножи от русского дартса. Собственно, процесс мне понравился. Я уже, наверное, тут 4 часа в лесу метаю эти ножи. Уже рука не поднимается. Рука колоть устала, как говорится. Вот, метать устала. Впечатления вот от этих ножей самые положительные. Однозначно всем рекомендую. Просто очень азартная штука, вот это вот метание ножей. Никогда бы не подумал, вот первый раз в жизни взял эти ножи в руки. Сначала, конечно, у меня не получалось втыкать. Я не стал, конечно, показывать, как у меня поначалу не втыкались ножи, потому что, ну, это неинтересно, да? Вот. Но, тем не менее, в какой-то момент у меня стало что-то получаться, и в итоге все-таки несколько раз мне удалось их воткнуть. Единственное, что у ножей, вот у этих, минус какой, я могу отметить, мне кажется, что все-таки в большинстве случаев, да, такие ножи покупают люди для развлечений на воздухе, да, и не нужна вот эта скрытность, да, маскировочная, потому что когда нож падает в сухую листву, либо в траву, его найти практически нереально, то есть я вот буквально, наверное, 5 раз, да, думал, что уже все, я не найду один из ножей, и каким-то чудом находил, даже вот кончик иногда вот такой вот торчал просто из листьев. Вот, и мне повезло, что я их собрал, все эти 3 ножа, и ни один не потерялся. То есть, если бы они были покрашены, допустим, какой-нибудь оранжевой яркой краской или отшлифованные до блеска зеркального, то найти бы их было гораздо проще. Вот, поэтому это как совет вот производителю сделать ножи более заметными, чтобы их можно было легко обнаружить в лесу, потому что не у всех у нас возможность такая кидать их в каком-то специально отведенном месте для этого, да и большинству людей это не надо. Люди берут такие вещи для того, чтобы просто поиграться в лесу, да, на шашлычок взять с собой, вот, и покидать. А так, ну, впечатления просто самые замечательные вот от этих вещей. Никогда не подумал, что такая азартная штука — кидать ножи. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале, и всем удачи, друзья! Рублевских ниндзя. Да. Если бы не моя еще ломаная рука. Ты ногой кидай. Как в ножен. В ножен, в этой. В ножен выльдешься, как с колена. Ага. Вот это вот. Все, ладно, 3 раза и хватит.